городе очень большая проблема с водой, с продуктами. Поднялись очень сильно цены. Достать, в принципе, не очень-то и трудно, но все равно денег не хватает. Как бы там мы работаем, все, но очень помогает поддержка нам. Все-таки продукты – это жизнь, это все. Да, и деточки, и семья ж есть. Да, очень-очень большое спасибо. Есть прилеты, есть самолеты летают, взрывы. Страшно, очень страшно, да, когда и стекла трусятся, и двери почешу, или держатся на замках. Очень большое спасибо Ринату Ахметову и его фонду за поддержку, за помощь.